наступлением ночи для этих автолюбителей правила дорожного движения теряют силу. Вот перекресток на Петра Метальникова, но стритрейсеры видят здесь площадку для дрифта. В местный аналог Формулы-1 ночью превращается и улица Красная. Окна этой больницы выходят на улицу Красную. Сейчас еще не так шумно, но пациенты жалуются, что каждую ночь им приходится слушать музыку уличных гонщиков. А ведь здесь находится отдел кардиологии. Людям с больным сердцем, как никому, требуется тишина и покой. Ночью слышно, когда вот по длинной едут транспорт, то шумно, конечно. Ну и в корпусах, которые тоже выходят на улицу, это безусловно слышно. Утихомирить нарушителей спокойствия могут полицейские. Они регулярно выходят на ночные рейды. Штраф за шумное поведение небольшой – 500 рублей. Жителям центральных улиц остается надеяться на сознательность водителей. Для тех из них, кто любит быстро и громко, ездить организовали специальные площадки. Мы с мотоциклистами собираемся за городом, чтобы не мешать горожанам, и делаем все максимальные усилия, чтобы снизить шум в городе. Ответственный райдер не будет ездить ночью, устраивая гонки в городе. Ночные гонки могут стать не только причиной аварии, но и конфликтов. Этот курьер, который возомнил себя гонщиком, рискует доставить пиццу всмятку.